Ура, каникулы! Для мурманских школьников наступила любимая пора. Провести это время с пользой, весело и интересно можно в оздоровительных лагерях. Они организованы на базе 10 образовательных учреждений. Смена продлится с 27 по 31 марта. Юных мурманчан ждут различные экскурсии, спортивные мероприятия, походы в театры и в кино. Чтобы укрепить детский иммунитет, в программу включены прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, подвижные игры. Особое внимание уделено рациону питания. Меню – блюда из мяса и рыбы, овощи, фрукты и молочные продукты. За время каникул в лагерях отдохнут более 1000 мурманских школьников. 110 из них на базе 5-й школы города. Родителям тоже очень нравится такой способ организации детского отдыха. Не каждого ребенка младшего возраста, школьного возраста, можно оставить дома одного без присмотра взрослых. А родители ведь работают, а у школьников каникулы. И поэтому сейчас родители младших школьников спокойно идут на работу, потому что они знают, что все каникулы их дети и присмотрены, и у них организован замечательный досуг.